Здравствуйте, дорогие друзья, посетители моего YouTube-канала. Сегодня я вам представляю магнитолу Panasonic RX CW200. Значит, все эту магнитолу знают как топовую магнитолу компании Panasonic. Много рассказывать не буду. Роликов много. Можете посмотреть. Я эту магнитолу купил где-то, может быть, полгода назад. Вот, у ней были, значит, подвесы осыпавшиеся, а сама по себе она была в люксовом состояние косметически. Ну и я посмотрел, сразу понял, что там нужно менять еще и пасеки. Ну, в общем, купил я ее недорого, и вот она у меня лежала, наконец у меня руки дошли, я поставил хорошие подвесы, значит, не торопился, делал аккуратно. Ну, первый раз сам поменял подвесы. Ну, в общем-то, мое инженерное образование и военное образование ракетных войск стратегического назначения, оно мне в этом деле помогло. И паяльник умею держать, и, в общем, и так далее. Вот. И плюс еще, конечно, ролики не упомянуть нельзя. Спасибо большое Владимиру Нефедову с Братской Украины, который выложил ролики, и по ним можно было посмотреть, один раз посмотреть, и уже можно было понять, как менять подвесы первый раз. Вот, ему большая благодарность. Вы Божьего здравия от всех нас, любителей магнитол, вот, Владимиру Нефедову. Вот, за его ролики, за его труд, за его, можно сказать, на этом поприще героическое деяние. Итак, сейчас я вам покажу ее косметическое состояние. Вот левая колоночка. Значит, вот так вот. Правая колоночка. Так. Две реверсных деки. ДК-1 и ДК-2. Вот. Здесь их переключатели. Это все понимают, как это все работает. И так далее. Графический эквалайзер. Вот. Ну, кнопочки управления тюнером. Колесики, грубые точные настройки, кнопки функциональные, переключения, тюнер, кассетник CD, значит, и кнопка эквалайзера режима, включить и выключить. Ну, в общем, и все. Ну, в общем, как бы так скажем, вот я его приобрел к себе в коллекцию. Пока расставаться не собираюсь. Ну, надо же удовольствие получить. Вот, поэтому вот я вам сейчас его включу, посмотрите. Listen, and it was said.
But wisdom hasn't found me yet. Так, чтобы нас YouTube не банил. Так, теперь у нас Deep Purple, моя любимая кассета. Это еще что-то там. Вот, ну вот сейчас мы включим play. Громкость, извините. Моя любимая песня. Я кассету уже замученная. Пленочка-то уже поджеванная, да. Теперь мы включим. Вот здесь мотает. Замена пасиков на обоих деках. Хозяин этой магнитолы был. Ну, его нет с нами уже. Он был тоже коллекционером. И вот сын его распродал всю его коллекцию. Я у него купил. Так, все мотает. Теперь правая у нас дека. Так, громкость. Так, а теперь вот так вот, в обратную сторону. Так, песни нет уже. Так, сейчас мы сюда перемотаем. О, как мотает. Там, товарищ Владимир Нефедов дал хорошие размеры по этой магнитоле пасиков 115. 75 и 55 миллиметров, так что мне не пришлось подбирать имущество, сразу нашел размеры и это самое и поставил. Так что вот такое результат моего труда, замена пасиков, замена подвесов,
мытье, полная разборка, сборка, чистка и, значит, смазка. Ну, эквалайзер он был нормальным. Значит, единственная кнопочка вот эта заедала, я ее восстановил легкой там в течение 5 минут. Все, с магнитолой не было никаких проблем. По сути, таких серьезных по электрике и прочего дел. Вот. Подвесы поставлены очень аккуратно. Продавать не собираюсь. Получаю удовольствие. Спасибо за внимание.